Всем привет, привет, ТУП «Солнечная Турция» на проводе. Татьяна Дмитриевна. Привет всем. Мария. Привет. Татьяна Дмитриевна, куда нас отправил директор? Ой, мы идем в бассейн. У нас, мы просыпаемся, у нас уже составлен райдер, или как это, для артистов, который... Да, уже написано, куда мы идем, что мы едим, сколько денег выдается на день. Ну, понятное дело, я же приехала сюда смотреть за Татьяной Дмитриевной, судя по комментариям. Вот именно. А я уже теперь, понимаете, думаю, ага, поведу ее в бассейн и утоплю ее там. Потому что уже все, она уже не все, может, уже пределы. Я опять со своей сумочкой. Поэтому я вначале накормлю ее, а потом ее... Ну да, потому что надо сначала, говорят, последнее желание, у меня же на халяву уксус сладкий. Да, пожрать. Да, да. И пиво. Ой, пиво. Не забудьте, потому что... Я сейчас засниму. Ничего не забыла. Все, куда мы? Этот бассейн находится в отеле, да. На крыше отеля. Мы сюда ходили уже, снимали Марбах. Вот. И мы идем. Я должна присматривать. Идем на крышу. Машенька, давай. Машенька, слушайте, я, знаете, вот сейчас хочу обратиться. Какой этаж? Последний же, мы же на крышу. Машенька, пятый или что? Ну, мы же на крышу. Отлично. Понимаете, вызовите меня чаще ухаживать вот за вашими мамами. Только вот желательно вот в такой вот сезон моря. На океанах я ни разу не была. Я заплатаю, понимаете, так просто не надо звонить. Не поверят, что мне платят. Мне платят едой и выпивкой. Ну, тут понимаешь, взаимно получается. Ты мне платишь за то, что я снимаюсь. У тебя бабка своя уже надоевшая всем. А мы тебя будем, соответственно. Вы еще надо мной издеваетесь за то, что вы... Ой, я забыла. Девочки, немножко их побью. Вы что, у нас такие прекрасные. У меня есть фотка, я потом вставлю, если не забудь, Татьяна Дмитриевна. У меня что прекрасно. Да нет, что я ничего, я не... Просить, это что, не... Сейчас, подождите. Все так они хотят тут так быть. Это не оправдание. Там же ж не все, там подумаешь, три комментария такие. Это у нас прекрасные отношения, у меня нет таких отношений даже с родственниками. То есть мне ближе, вот иногда бывает такое, что ты общаешься с чужими тебе людьми, и ты общаешься намного теплее, чем с твоими родными. Но это сейчас не камень в огород, типа, в свой. Это я просто обобщаю тему, ну, как бы понятно, вы сейчас ключевые слова, конечно, вытянете, но у меня прекрасные отношения. Так, итак, переключаем, кто переведет. Арба. Отлично, людей нет, я хочу на солнце. Я в своем бедненьком платьишке. У меня упала коса сегодня сама. Вот она. Сама. У меня 17-го будут новые волосы. Совершенно другой стиль. Вам, наверное, я заранее думаю, не понравится. Я думаю, мне самой тоже не очень нравится. Так, давайте, куда? Здесь? Сюда. Раз, два, три. Но она же нам их разъединит, да? Девочки, это кошмар, как издеваются. Посмотрите. Вот выгоняют, а потом вот так издеваются. Татьяна Дмитриевна, сейчас я хотела, чтобы вы перекусили, потом у вас взять маленькое интервью. Хорошее настроение будет, ты хочешь сказать, да? Не буду бить тебя ногами в живот. В живот не надо, только по грудям, чтобы они... Да нет, здрасте. Ладно, по щекам. Грудь не дорось. Нет, дело в том, что по щекам вообще по лицу бить нельзя. Особенно, когда детей бьют сейчас по скажет, лицу. Совет нет, дает, сейчас куда скажу, бить. Нет. Да. Скажет, дает совет, куда бить. По лицу ведь нельзя, это унижает человека. Это я на полном серьезе. Никогда нельзя наказывать детей пощечинами. Она это запоминает на всю жизнь. Потом не забудьте, что вы стареете. А надо бить в те места, где не запоминают. Не забудьте, что вы стареете. Надо бить в те места, где места, которые не запоминают. Попа. Это как бы типа натурал продукт. Ну да. О, скажет. О, что это? Не, ну там комментариев, 6 комментариев плохих, отлично, я там, девочки, молодцы, спасибо. Очень вкусная картошка, да, Маша? Нравится? Самая лучшая картошка была, это вот там. Я спрашиваю, хорошая картошка? Так, подожди, Чуля, одна только девушка там с макаронами сидит. Бабушка, и все, и вот никого нет, весь бассейн наш. Я бы, конечно, на солнце пошла, я хочу прям подпалиться. Потом пойдешь. А, кстати, загар у меня, как вот Татьяна говорила, что немножко облезет. Немножко, прям чуть-чуть покаталась на груди. И вот здесь, чуть-чуть. Но я даже не парюсь насчет этого. У меня жизнь прекрасна и замечательна. Какая-то пословица есть, мягко муха забыла. Сразу на комментарии отвечу. Сижу, читаю комментарии. Огромное вам спасибо. Шикарный комментарий. Молодцы, с чувством юмора. Девушка пишет: молодец, научилась писаться без ошибок. Достойная.
девчонки, не поверите. Татьяна Дмитриевна, скажите, что это правда? Правда. И я всегда спрашиваю Татьяна Дмитриевна, как пишется расставание или расставание? И она мне говорит, или там идиот, или едиот. Ну, короче, я спрашиваю. Не надо так хорошо обо мне думать. Мне подарила купальник вот этот вот, Юлия Тамбов. Иди, мне так нравится. Во-первых, мой цвет обожаю. Сама модель нравится. Она, ей трусы не подходили. Она говорит, у меня трусы для меня слишком большие, типа закрывает. А мне наоборот, когда задницу закрывает, мне нормально. Единственное, что вот эти вот бретельки не снимаются. А хочется, чтобы загорала немножко вот здесь. Их, ну, можно приснять, в принципе, но такое. Вот. И огромное ей спасибо, если смотрит видео. Я его сделаю стразиками. Я сяду, когда будет время, я все равно здесь украшу стразами. Телефон сделаю стразами. А еще не ходили в бассейн, принесли мне пиво. Но у них не пиво. А, кстати, да, как вот Татьяна Дмитриевна обещала, вот меня перед тем, как унижать, напоят, накормят. Вот. Ну, чтобы я не сильно там расстраивалась. Вот. И, кстати, у них не пиво, девчонки, а какая-то вот разновидность. Но я, смотрите, как делаю. Так как на улице жара, я беру лед, туда наливаю пиво, и получается такая, ну, как конская моча, короче. Но в том плане, что вроде и холодненько, и вроде ты под анестезией, чтобы больно по щекам, когда получаешь, чтобы не так чувствительно было. Кстати, несу турецкий кофе. И сейчас мы погадаем на кофейной гуще. Вот такое вот принесли, кстати, красивое блюдо, между прочим. Шницель. Мне нравится. Это шницель. Симпатично. А мне дадут кусок от этого? Нет, да? Мне только перец, да? Нет, перец. Я вот так вот сижу и жду постоянно, когда мне достанется что-то вообще. Заказать сама себе ничего ж не могу. Потому что Юля сейчас деньги выслала в Украину детей моих содержать. Вот. А дети у Юли попросили еще, чтобы кошек, собак содержать. Не знаю вообще. Неудобно. Но наглое второе счастье. А вам огромное спасибо за комплименты. Я шучу, Надвилина, что и мне тоже, да? Глянь, себе положила два перца. Смотрите, как Татьяна Дмитриевна себе взяла. Там один перец. Шеки. Боже, какая красота. Я не знаю, это, наверное, сегодня будут очень сильно унижать, потому что вот все зависит от подачи и от места, куда меня ведут перед унижением. И видно, вот за такое блюдо сегодня прям... Господи, язык прикушен. Я устроила глаза, но злой взгляд. Видишь? Можно показать вас? А ну еще раз. Вот так вот. Давай ешь, ем. Топить. А, топить, не да. Бить. Сегодня топка. Сегодня топка. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Потом попрошу Татьяну Дмитриевну погадать на гуще. О, кстати, я говорю, перед отъездом в Кушадаса. Татьяна Дмитриевна, я не знала, что будет с нами ехать Боря, вообще не знала. Он как раз мне в этот день позвонил, и я не отвечала. Ну, думаю, не буду отвечать, пошла нафиг. Не знаю, что там, не хотела. И он позвонил Юле, Юля говорит, мы едем в Кушадаса. Он говорит, типа, все, я тоже еду с вами. Он быстренько, даже не собирался, вы же видели, приехал в тех же штанах. Я еще говорю, за день до этого, мы знали, что мы едем в Кушадаса. Я говорю, Татьяна Дмитриевна, погадайте. Татьяна Дмитриевна, помните, когда вы мне погадали, что будет все хорошо, хорошее настроение, хорошее... Да, и удар. Да. Удар в поездке. Я еще говорю, что опять удар. Да. Что, пиздюлей получать? Я говорю, я уже задолбалась. И тут раз, и мне удар, все. Мы расстались. Что я сделала? Это не каждый может такое сделать. Это нужен отдельный ум. Смотрите, сейчас вам показываю, как вас поставить. Сейчас. Короче, девочки, майонез не шел, я открыла вот так его. И вот здесь ножом я все повынимала, майонез. Давай, Машуля. Сейчас я выйду. Давай. Девочки, ем. Татьяна Дмитриевна говорит. Да? Что с ним? Татьяна Дмитриевна говорит, вот вчера, говорит, на море столько людей было, говорит, а сегодня прям отдых, говорит, никого нет. Супер, Соня. Ага. Не, мы хорошо отдохнули, мы так набесились, да? Настроение было у всех хорошее, мы с Борей, да, так вообще так. Давай. Мы дружно с ним бегали по воде. Прям супер. Мы с ним не расставались, типа там, на повышенных тонах. Угу. Мы не расставались там на повышенном. Мы наоборот, классно. Да, Татьяна Дмитриевна, сейчас раз Боря шутит. Вы что? Я взрослая женщина, что я? Это же не барон истерики устраивать. Того не стоит. Бабушка, я тут
Давай, мы все смотрим. Давай, мы все смотрим, давай. Боже, Маша в воде как рыба. Ля-ля. Помните, в том году еще была в наручниках? Сейчас еще раз, подожди. Типа на рукавнике. На рукавнике, у меня же видео есть, да. А потом Юля ее сдала на секцию, она ходила, по-моему, не знаю, раз или два раза в неделю на плавание ее водила с гюр. Вот она там научилась и все. Да, Маш? Тебя ж папа водил на этот? Да. На уроки плавания, да? Да. Потом у меня чесалась везде, я ушла. Ну, от хлорки. Слушай, и водил тебя, куда тебя мама оплачивала? Лошадь? На лошадь. На лошадь ходила ты? На лошадь. Угу. На гимнастику, ага. И на круг, там я цеплялась. А, акробатическая. Угу. Нифига себе, девушки, аппетита, вы говорите, я жру. Смотрите. А. Вот смотрите. Себе, а я пиво, смотрите, вот разбавляю. С водой. Так а что мне? Так я пиво выпила, понимаете, извините, почему? У меня в расписании, потому что потом, когда меня унижают, я в опьянении уже не понимаю. Ну да. Для этого тебе надо. Мы смотрим, зайка, у меня камера работает. Давай. Давай, Маша, давай. А, Татьяна Дмитриевна, на вас камера переведу. Можете рассказать систему входа в этот бассейн? А, ну, какая система? Только погромче музыка играет. Мы когда входим, мы за вход не платим и вход не оплачиваем. Мы здесь надо набрать еды, представляете? Ну, почти на 1000 лир. 800. На двоих 1400 лир. На поэтому двоих. Мы вот это вот будем сегодня стараться. Я не знаю, я уже не могу ничего есть. Но надо это все поесть. Ну, может, тут еще арбуз есть? Дети в оплату не входят. Я просто говорю погромче, потому что музыка играет. Сейчас зайду, Маша. Ну, так как мы есть на халяву, я доем, не переживайте. Ну, вы знаете, за это время, конечно, все равно, что садись, чем занимаешься, открываешь рот, начинаешь. Ну, кофе вам понравилось? Давайте погадаем на кофе. Ты при чем к моему кофе? А нельзя, а мне Юля так делала. Это моя сейчас. А ты заказала пиво? На пиво. Но я ж не пью, я никогда... На пиво можно погадать? Я же его с водой разбавляю. Разбавленная. Нету, девочки, этого. Через VPN подключаемся к Инстаграму. Поэтому у меня из Кушадас не было ни одной истории, потому что неудобно с одного телефона переключать интернет на другой клацать. У меня эта сумочка, я так с этой сумочкой сплю, блин. Ну, там Татьяна звонят. Дмитриевна, как вода? Кипюся, молоко. А вчера на море какая была, Татьяна Дмитриевна? Девочки. Пальчики. Вот она, вот. Не надо. Не ем. Не надо. А, кинь меня туда. Куда? Девочки, я вчера на море со своими косичками, со своим гнездом ныряла прямо в волны, да? Прям вообще даже волны не смущали меня. Давай, Машуля. Раз. Там, если вы хотите на следующем сезоне ухаживать за мамой Юли, делайте заявку. Там целый надо заполнить. Да, там очень много качеств. Да, да, да. Там много пунктиков. Много пунктов очень. Во-первых, надо быть стрессоустойчивой. Потом должен быть этот, как называется, болевой шок. Татьяна Дмитриевна, болевой шок должен быть повышенный или пониженный? Чтобы боль человек не чувствовал. Наверное, должен быть пониженный. Пониженный. Нет, повышенный. Зачем же пониженный? Сразу же. А, умрет. Потому что вы же должны получать удовольствие от того. Оля, я не могу, девки, вы как что-то напишите. Мы сейчас стебемся, просто над, там понимаю, что там три комментария. Ну просто, ну. Просто подумайте, очень
очень бы мне хотелось в мои годы вот это общаться с Ивановой, если она меня нервирует. Ребята, я в состоянии отдыхать сама, понимаете? Наоборот, это супер. У нас бабушка. Такой тандем. Что бы вы ни говорили. Не, ну, много людей не понимают. Во-первых, это отдых. Почему бы и... Между прочим, Татьяна Дмитриевна, вот скажите, что вы знаете мои секреты, которые даже не знает Юля? Да, мы потеряли юбку, Маша нырнула за ней и не достала. Потеряли юбку? Еще раз, купальную. А-а-а. Ну теперь я ее достала. Нет. Я ногой. Нет. Ну давай нырять. Девки, есть не хочу, как всегда, но ем. Да ты не сможешь, потому что у тебя попа перевешивает. Все. И сейчас еще потеряешь ягоды одни. Подожди, не доставай. Тихо. Маша, я снимаю, давай. Убери с нее вишенки. Сейчас вишенки потеряют эти красивые. Покажи Маринке, какие вишенки у нас красивые. А, на заколке. Да. А я еще думаю, что ты опять с волосами с распущенными? Нет, не с распущенными. В этот раз мы одели эти вишенки. Да, давай, иди, наклонись. Они очень красивые. У меня в детстве были в 90-х, мама. Она говорит, у меня такие вишенки были настоящие. Тогда заколок таких не было. Да, такие так, у нас были тоже. И вы вишенки цепляли себе на сережки. Вот так вот, двойную вишенку и на сережки. Красиво, я люблю такое. Вишня в этом сезоне, девчонки, самая модная в Италии. Я же вам говорю. Смотрите на нас и одевайтесь, как мы. Уходите, я юбку достану. Давай. Давай, дорогая. Аккуратно. Просто закрой этот, она предупреждает, брызгай, пожалуйста. Нормально, давай, у меня iPhone, можно давай, брызгать. Давай. Ай, блин. Давай. Старается, девочки, смотрите, старается. Ага. Так, девочки, мальчики, мужчины, нам комплимент от ресторана. Кстати, мы пришли, и людей пришло сразу. Ну, пришло, немного, но пришло. Виноград. Татьяна Дмитриевна как раз на базаре стояли, она говорит, ну, можно купить темный вино. Вот вам, вон, с щучьим увелением, по-моему, хотя дегустирую. Маринка, нужно закушать мяско. Вы правы, читаю ваши комментарии, пишите, и она все время жрет. Не хочет, но жрет. Принесли эту тарелку, я ее не хотела, я ее сожрала, еще вот так вот, извините за выражение, вырезала картошкой. Татьяна Дмитриевна, надо доесть мясо. Какое мясо, девочки, а вы что? Кстати, у меня второе вот это вот здесь пиво, которое я разбавляю в воду, ну, в дом. Девчонки, не пиво. Это какой-то напиток. Знаете, на что похоже? Вот как типа апероля, но только светлое. Даже вкус такой давай, странный. Вашу. Давай. Я говорю, как она... под водой и старается вниз туда, вглубь, видите, опускается, не на поверхности, ля-ля-ля-ля, и так, ну, красиво всплываешь, молодец. Ля-ля. Молодец, прям за этот год вообще. И там глубоко, я же там на носочках хожу, она ж не достает дна. Да. Ее стихия. Слышишь, Маш, а ты глаза открываешь под водой или... Да? Что больше нравится, море или бассейн? Я у тебя, по-моему, бассейн. Мне тоже нравится больше бассейн. Я вижу, что ты в глубину идешь. Я вижу. Русалка, волосы развиваются под водой. Молодец, что лето проходит. Это последний месяц лета. Хотя Юля говорит, еще сентябрь будет. Это у нас еще говорит, в сентябре туристы приезжают. А? В прошлом году было в августе. Ну мы были, да. Сентября, ну ты же помнишь, и такая да. Жара была, и было классно. Я помню, что вы а говорили, что... А потом еще приезжала в декабре, в конце декабря, январе, и мы с Машей попали в бассейн, и вы с Маилой. А я была? Зимой. А это? Этим годам? Нет. А, в прошлом. Так и я в прошлом году, меня не было? Странно, что меня не было. Ну, этого кадра, у которого... Я поняла.